Да это нормальные просто люди нашинские, понимаешь? Вот которые помнят что-то. Опять этот упал, короче. Поправлять, ага. Это 9 мая, где-то около часа дня. Решили проехать, посмотреть. Вот такое печальное зрелище. Слов нет смотреть на это. Обидно смотреть, до чего превратились наши железнодорожные организации. Руководители этих организаций. Не знаю, как назвать. Позор, не позор, но... 9 мая. Венки от средней школы 121. Венки от больницы. Молодцы, нашей. Галина Ивановна. Веночек от садика Ромашка. От садика Карлыгаш. И вот корзинка. Без надписи. Не подписанный. Все, вот это вот все, что принесли, возложили. Вот во что можно превратить было за 30 лет. Видите, вот все. Слава Богу, еще вот нас подкрасил Аким. Обелиск. И вот еще кто-то положил, ну и жители немногочисленные, конечно, которые вот приезжают, подъезжают там, поправляют. Вообще жутко, жутко, до чего мы дошли. Вот это вот все, представляете, если могут переносить день железнодорожника на неделю и так далее, то видите, вот это тут вообще слов нет. Кто руководитель, о чем говорить. Порадовало, как всегда, ПЧ, правком Осель, который вот еще делает что-то. Предлагаю посмотреть видеоролик от ПЧ. Вот как они поздравляют своих ветеранов. Память ветеранов. Что солдаты в кровавых не пришедшие полей, не в землю полегли когда-то, а превратили в белых журавлей. Yeah.
Да, и хочу упомянуть Ахтаханов, в общем-то, который провел турнир по футболу. Ну вот, традиционный на 9 мая. Вот как-то и все. Традиции меняются, к сожалению. Всем еще раз с праздником и всего-всего доброго.